последнее время знаменитый певец Сергей Лазарев все чаще делает провокационные заявления, выпускает откровенные песни, а также публикует почти обнаженные снимки. В одной из последних выпущенных песен есть строчки «К черту все правила! Что нас может сдержать? Я так хочу сгореть в тебе!» Неужели Сергей набрался смелости и выразил свои эмоции и признался в нетрадиционной ориентации, прикрываясь песней? Ранее артист анонсировал свой сольный концерт, который состоится в сентябре в одном из популярных гей-клубов Москвы, уверив подписчиков, что на мероприятии будет переаншлаг зрителей. По всей вероятности, Лазарев больше не намерен скрывать свои любовные предпочтения и готов признаться в этом обществу, не боясь осуждений. Российский певец Сергей Лазарев старается тщательно оберегать свою личную жизнь от назойливого внимания журналистов, что вызывает множество догадок и сплетен. Одним из самых долговечных предположений является нетрадиционная ориентация поп-исполнителя, вопросы о которой Сергей не комментирует и не опровергает, что вызывает только больше подозрений. Но судя по манерам, поведению и фотографиям с мужчинами, женский поп не слишком интересует Лазарева.